сейчас будет жаришка. Самое главное — выйти в окно. И вот на этой штуке ты висишь. Вот. Когда сверху смотришь, думаешь, зачем мне это надо? Веревка берется большим пальцем вниз. Друзья, депутат Баранов штурмует высотное здание. И улетел в космос. Страховка. Вот до таких моментов, например. Не готовы. Тихо. Это же ничего не случится. Ничего. Преклонил колено. Отцепился. Российский университет спецназа, друзья. Ахмат Сина. Россия мощь! Сейчас будет жаришка. Одеваем каску и в путь. Чик. Рус, российский спецназ. Друзья, если хотите перебороть свой страх, страх высоты, обязательно приезжайте в Российский университет спецназа. Высотная подготовка, топовая экипировка, безопасность стопроцентная. Можете спуститься с 7-го этажа. Плюс вертушка, вот, можете с вертушки спуститься. Первый раз, когда с 5-этажки спускался, очень тревожно было, но я переборол свой страх. Тут каждый раз какой-то есть мандраж. Самое главное — выйти в окно, и все будет нормально. С веревкой. Экипировка была. Не дай бог, где-то что-то пойдет не так. Но все пойдет так. И у меня, и у вас. Перебарывайте свои страхи, преодолевайте себя и выходите на новый уровень. Если что-то пошло не так, да, ты просто... я лечу вниз, а ты просто тянешь и останавливаешь. Вот безопасность. Вот видишь, он держит. Сейчас придет инструктор, расскажет про снаряжение, про веревку, как надо спускаться правильно. И будем пробовать, друзья. Когда пробуешь, два варианта. Получится или не получится. Когда не пробуешь, тогда один вариант. Ничего не получится. Чик. И вот на этой штуке ты висишь вот так. Хоп, сзади веревка, и потихонечку спускаешься. Когда сверху смотришь, вот так, думаешь, зачем мне это надо? Но это крутой адреналин, друзья. Это драйв такой. Есть у нас система, корзина, верхний пиджак. Мы используем для штурмового альпинизма механические спусковые устройства. Это пиранья, восьмерка и так далее. Карабины выдерживают около 400-600 килограмм веса. Веревка берется большим пальцем вниз, забирает себе ее и вводится снизу пиранья. Открываем карабин, засовываем вот эту петлю в карабин. Все. Веревка натягивается максимально. Можно. Так, стоп, стоп. Сначала надо проверить. Сказать: страховка, страховка. Вот до таких моментов, например. Не готовы люди. А я уже спускаюсь. Страховка. Запрыгиваем. Да, запрыгивайте. Натягиваем. И заводите за спину. Я понял. И как на кресло, спокойно садитесь. Спокойно садитесь и держите, удерживайте веревку. И просто почувствовать, насколько, да, несколько прыжков. 1, 2, 3. Переходим на второй этаж, да? Да. Продеваем ее. Несколько толчков просто прямо. Ух. И улетел в космос. Раз, два. Ну давай уже спускайся, да. Спускайся, да, до конца. Вообще нормально, как будто каждый день это упражнение делаю. Ну, самое главное — оттачивать профессионализм. По чуть-чуть вправо, в левую сторону. И пытайся постоянно фронтально идти к доскам, да. Отсюда раз-то ушел вниз, да. Красиво спуститься — это уже другой уровень. Четвертый этаж, друзья, это уже не шуточки шутить. Теперь смотри, у тебя карабин прокрутился на правую сторону. Ага. У тебя надо было, чтобы это... Тихо. Это же ничего не случится. Хрусти. Залезаем.
Что же пошло не так? Угу. Ну да, чтобы не булкалось плотно все было. Ребят, готовы? Подошел, толчок, сразу же пошел, вот. Сразу на колено спустился. Преклонил колено, отцепился. И по... колено помолился, чтобы дошел до земли. Что? Без происшествий, да? Кахма. Сила! Спуск делал девушек. В последнее время передумала, короче, исцарапала мне всего и пошла. Ну, после... Страховщик поймал ее, да? Ну да, конечно. Смотри, на каждом этаже по-разному. И всегда пытайся в одну и ту же доску каждого подоконника попасть. А. Штурмовой альпинизм у меня, я учу входить людей. Если они будут каждый раз ошибаться, то они в окно не влезут. Сержант Буранов задачу выполнил. Кратчайшие сроки без происшествий. Российский университет спецназа, друзья. Вы можете приехать сюда со своими друзьями, с детьми, покорить вот эту высоту с профессиональным инструктором и перебороть непосредственно себя. Куда дальше? Вы... Тут вся... Чеченская республика видна. Друзья, депутат Баранов штурмует высотное здание. Попытайся через два окна на последний подоконник встать. Пошел, хорошо, хорошо. Вот так. Вот. Рука чуть не загорелась, а? Сейчас нам, друзья, инструктор покажет мастер-класс. Наш видео видели, да, краповый берет? Да. Понравилось, нормально? За пулей я следил тщательно. Визуально проверь. Так, визуально. Подвоха нет, все, нет, нормально. На себя я подвох не буду. Поджал, поставил ногу, зажал. Угу. Теперь я спущусь как бы зигзаг. Спасибо вам большое, что провели мастер-класс по высотной подготовке. И я считаю, что каждый гражданин нашей страны, мужчина, должен проходить вот такие непростые испытания, чтобы быть готовым к любой жизненной ситуации. От души вам спасибо за все, что вы делаете для наших ребят, которые сейчас находятся здесь, проходят подготовку и в ближайшее время поедут в зону специальной военной операции. Мы всегда гостям рады. Приезжайте, ребята, в Российский университет спецназа. Все безопасно. Инструктора соответствующие. Будем рады вас видеть. Вот смотрите, Максим депутат, боится высоты. Вот только что спустился с 7-го этажа. Еще дальше хочет заниматься, еще хочет вниз головой спуститься. Конечно, мы это все... Мы преодолеем все наши преграды. Ахмат Сина! Россия мощь!